В дежурную часть отдела полиции номер 1 Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 32-летнего жителя дальневосточной столицы о хищении мобильного телефона и списании денег с его банковского счета. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 150 тысяч рублей. Заявитель находился в одном из увеселительных заведений Владивостока, где у него произошел конфликт с охранником. Выйдя на улицу, мужчина почувствовал себя плохо и упал на землю. К нему подошел незнакомец. Потерпевший попросил о помощи и протянул свой телефон для вызова скорой. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил телефон. Вскоре приморец обнаружил пропажу своего мобильного телефона стоимостью 50 тысяч и банковских карт, находящихся в чехле от смартфона. На следующий день потерпевший восстановил сим-карту, авторизировался в мобильном приложении банка и обнаружил пропажу денег с счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении имущественного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. Подозреваемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.